Вот лишь один из магазинов, где проверили цены на бакалею, молочные продукты и овощи. Значительного подорожания не зафиксировано. Полки с продуктами заполнены, много товаров и по акции. Я не вижу существенного подорожания. Абсолютно не вижу. Я пришел взять муку, молоко и сметану. Все, что я хотел, я спокойно все куплю в магазине в этом. Для котика своего еду. Да я бы не сказала, что они нормальные, по-моему, цены. Как отметил директор филиала торговой сети в Сочи, задержек в поставках продуктов нет, как и риска дефицита. Однако есть повышенный спрос на некоторые виды товаров. Магазины работают в штатном режиме. Перебоев с поставками не наблюдаем. Цепочки поставок, все работает полностью в графике. Поставщики обеспечивают всем нам необходимым. У нас создан необходимый запас товаров, социально значимых товаров, порядка 30 дней. На ярмарках цены также подросли на несколько процентов. В основном это касается импортных товаров. То, что было кубанское, оно осталось по той же цене, ничего не изменилось абсолютно. Цены немножко поднялись, но как по продаже у нас это, то есть не отразилось. Покупатели как были, так и остались. В компании «Сочинские ярмарки» утверждают, они находятся в постоянном диалоге с продавцами и следят, чтобы те не повышали рекомендованные 9% наценки на социально значимые товары. Обстановка на ярмарке абсолютно спокойная. Ажиотажа по ценам или по какой-то нехватке продуктов у нас нет. 100% ассортимент нашей продукции представлен и на этой ярмарке, и на всех остальных. Ценовую политику наши участники ярмарки соблюдают, стараются рекомендованные цены соблюдать на социально значимые продукты. В штатном режиме работают и оптовые продуктовые базы. Склады заполнены товаром. На сегодняшний день не наблюдается перебоев с поставками продуктов питания. Склады заполнены у нас полностью. Отгрузка предприятиям розничной оптовой торговли производится в штатном режиме. Цены, в принципе, стабильные. Продукция есть, поставки в полном объеме. Заводы работают на всю силу. Ни одного дня простоя у нас нету. В общем, никакого ажиотажа. Не надо там набирать помного, идти в магазины, потому что все есть. С начала года установлен рост цен на социально значимые продукты питания от 3 до 9%. Так, например, крупа, в том числе гречка, в среднем подорожала почти на 7%. Примерно настолько же стал дороже картофель. Сахар в среднем подорожал на 3,7%. Больше всех, в среднем на 9%, в цене выросло подсолнечное масло. Мониторинг цен ведется постоянно. В целях стабилизации ситуации на потребительском рынке, гарантированного обеспечения населения продуктами питания, а также недопущения необоснованного повышения цен на продукты питания, управлением потребительского рынка увеличено количество групп по мониторингу предприятий розничной торговли, оптовой торговли, сетевых магазинов и рынков и ярмарок на предмет наценки на социально значимые продукты питания, а также бесперебойного их наличия. С начала года выявлено превышение 10% наценки на социально значимые продукты питания в 25 предприятиях. Информация о них направлена в Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю.